Я говорю то, что здесь очень красиво. Мороженого только не хватает. Но мы это сейчас исправим. Балабасов не хватает, которые у нас продаются. И было бы прикольно ходить по таким красивым местам, есть какую-то еду, с которой потом ассоциировалось бы это место. Вот я, допустим, сижу возле кухонной плиты зимой, пью черный чай Гринфилд, а потом раз, ем эту штучку, закрываю глаза и очутился здесь. Такой раз, и уже вроде как и не зима, и вроде уже и не Гринфилд чай.